А еще медоеды очень умные. Например, в национальном парке Крюгер живет медоед по кличке Стофу со своей самкой. Они часто выбираются из вольера и гуляют по территории. И все бы ничего, но медоеды досаждают другим животным. Они пытались открыть клетки с хищниками, покусали носорога и залезли в дом работников парка, здорово напугав их. Чтобы ограничить наглецов, сотрудники поставили на дверь две задвижки и обмотали одну из них проволокой. Но самое удивительное то, что медоеды сумели открыть и такие замки. Стоуфул понимает, что открыть задвижку мешает проволока, и просто сбрасывает ее. После этого случая сотрудники парка начали закрывать вольер на замок. Но находчивые животные все равно нашли выход. Медоед просто прокопал тоннель под забором. Тогда животных перевели в более защищенный вольер с бетонными стенами и фундаментом, не позволяющим сделать подкоп. Но как ни странно, и оттуда Стоуфул нашел выход. Медоед отгрыз большую ветку дерева, которую поставил около стены и использовал как лестницу. После этого работники срубили несчастное дерево, но медоеда и это не остановило. Теперь он искал большие камни, складывал их в кучу у стены и оказывался на свободе. Людям ничего не оставалось делать, как убрать все камни из вольера, но это мало чем помогло. Медоед начал делать клубочки из земли и использовать их вместо камней. В общем, что бы ни придумывали работники парка, медоед всегда находил выход.